Сегодня я проверю пару лайфхаков, которые я нашел на просторах интернета. С помощью первого лайфхака мы можем переплавить железо за считанные секунды. Или не можем. Сейчас проверим. Для этого нам понадобится построить вот такую фармилку глэков. Попытка номер один и... неудача. Пробуем еще раз. Работает! Сказал бы я, если бы лайфхак работал. А это сложно назвать лайфхаком, но ролик с Ютуба сказал, что это лайфхак. Суть в том, что с помощью меда можно сделать лестницу из стены. Да, сложно придумать этому применение. Например, можно использовать на паркур-картах. Или можно сделать самые тонкие ступеньки.